Я сейчас хочу рассказать о том, как, ну это чисто мое мнение, как вот можно развивать, во всяком случае, в московских условиях, да? То есть основная задача развития системы, основная задача это обучение руководителей. Ну, как бы я так не знаю, да? То есть основной продукт нашей деятельности, что вот как бы мы руководители среднего высшего звена, что нужно сделать в московских условиях, чтобы получить продукт. То есть наш продукт это руководитель десятник. Но я немножко, почему так вызов, ну, это самое, почему так, как бы, вообще, я по химик по образованию, поэтому в химическом процессе любом это выход продукта важен. Вот, для того, чтобы сделать руководителя, соответственно, должно быть что-то, какой-то, либо орган, либо просто человек, да, который бы обучал этого руководителя. В данном случае я предлагаю, ну, опять же, в московской среде нашей, то есть мы не могли открыто писать, что это МММ и так далее. В результате мы предлагаем и делали, то есть, либо консалтинговую фирму. На данном этапе я предлагаю хотя бы начать с одного, то есть эксперта по консалтингу. Что такое консалтинг, тоже объяснять всем людям не обязательно, но смысл такой, что это какое-то... То есть проведение каких-либо консультаций. В данном случае проведение консультаций в финансовой сфере, то есть мы должны рассказывать людям, то есть или этот продукт, или руководитель должен рассказывать людям, как, каким образом использовать инвестиции в современных условиях. Мы считаем, что возможно зарабатывать там, на Форексе, там, на боях, на фондах, но самое перспективное это система МММ-2011, как здесь зарабатывать. Соответственно, и готовить таких вот руководителей десятников, будь то это школа десятников или консалтинг. То есть вот такая это основная единица, это значит консалтинговая фирма или консалтинговая компания, которая производит руководитель десятников. Соответственно, нам нужно развивать эту консалтинговую компанию. Каким образом? Значит, вот я предлагаю, что значит, еще одно звено в схеме, которое это должно быть кадровое агентство. Такое некое кадровое агентство, которое, в принципе, может существовать как собственный бизнес. То есть к нему поступают клиенты, да, клиенты, которые размещают свое резюме. Свое резюме как раз значит, специалистами в области там, финансирования либо консультирования. Соответственно, это кадровое агентство предлагает работу в консалтинговой компании, где в результате значит, этот клиент становится руководителем десятника. Ну, таких клиентов будет не так много, вот, но если найти, значит, работодателей, да, и если этому клиенту не подходит работа руководителя десятника, они предлагают вот какие-то, да, то есть на этом кадровое агентство зарабатывает какой-то процент. Вот. Если самостоятельно, вот без этого, обычное кадровое агентство, оно зарабатывает, ну, нормально раскрученное, порядка 100 тысяч рублей. Это нормально в московских мерках, если кадровое агентство там 1, 2, 3 человека, 100 тысяч они могут делить. Вот. Ну, еще кадровое агентство, ему достаточно тяжело работать без рекламы, соответственно, и консалтинговой компании тяжело без рекламы работать. Поэтому нужно создать еще одно рекламное агентство. Рекламное агентство, которое
будет рекламировать консалтинговую компанию напрямую, которая будет рекламировать кадровое агентство. И еще одно звено я предлагаю в этой схеме, это промоутерская группа. По идее, рекламное агентство и промоутерская группа, это может составлять одно единое, им можно не делить. Но почему я выделяю в этой схеме? Потому что по последним всем нашим, по опыту работы в Москве, промоутерская группа, она самая эффективная. Среди рекламы она самая эффективная. То есть промоутерская группа... А? Какая у тебя реклама больше всего приносила реально денег? Вот, реально раздача листовок. Раздача листовок, газет. Вот, это вот именно вот эта реклама, и не только у меня, в других подразделениях, в Москве, там, именно промоутерская группа. То есть, нужно набирать промоутеров, точно так же вот здесь вот промоутеров набирается, и можно свои услуги предоставлять другим компаниям, не обязательно МММ. На этом тоже можно зарабатывать процент определенный. Само рекламное агентство то же самое, они могут независимо искать клиентов, независимо это самое, то есть на этом зарабатывать, давать кому-то рекламу и зарабатывать на этом процент. Вот, рекламное агентство помогает промоутерской группе, промоутерская группа рекламирует рекламное агентство, промоутерская группа консалтинговую фирму напрямую и кадровое агентство. И они могут дополнять друг друга. Кадровое агентство поставляет промоутерам клиентов, работников. Кадровое агентство, рекламное агентство поставляет. И эта схема может работать без каждого звена отдельного. То есть вот это вот может работать. Или наоборот, вот это тогда смысл, конечно, нет. Или вот так вот оно может работать. Вот как бы вот, и оно самостоятельно зарабатывает еще попутно деньги. И мы получаем чистый продукт руководителя десятника. Ну, это, как бы, конечно, это такая моя схема, которую я сейчас буду пытаться развивать. То есть я сначала найду по одному эксперту. Эксперт, в принципе, здесь любой руководитель, который готов, да, делать десятников, но ему будет очень сильно помогать кадровое агентство, рекламное агентство, промоутерское. То есть, и вот, допустим, кадровое агентство, рекламное и промоутерское тоже по одному менеджеру можно пока для начала составить. Даже, может быть, на первое время, ну, естественно, назначить им какую-то зарплату, а потом они будут получать процент с прибыли работы и, соответственно, ну, там посмотрим, как бонусы они будут получать. Ну, вот так вот вкратце, это вот моя схема, которую я предлагаю для развития системы. Слушай, ну... Любая схема имеет право на жизнь, да, практика ее использования показывает эффективность. Ну да, я согласен. Поэтому, если здравствуйте. Реально во всей этой схеме все отлично, но только вы люди, которые профессионалы в каждой своей области, чтобы они я слушаю, и вытягивали во всем направлении. Ну, естественно, поэтому менеджерам по кадровым агентствам, соответственно, нужно какого-то такого начальника по кадровой службе или там, или еще как-то в таком плане. Вот, здесь рекламщика надо, здесь опытного промоутера нужно. По идее, да. Но, в принципе, если эта схема заработает, она будет очень эффективна, потому что здесь они все эти звенья друг друга дополняют и увеличивают общий эффект.